Ну что ж, всем здорово. С вами Бру 88. И как вы уже видите, это GTA 4. Итак, я долгое время все хотел просто поприкалываться чисто в GTA с друзьями в онлайне. Сейчас я нахожусь не в онлайне, сегодня в город. И просто поразвлекаться, там что-то машины, ментов пострелять и все такое. Может, у вас тоже всегда было или есть даже такое желание. Ну, в общем, в интернете очень много информации о всяких читах, если честно сказать. Но я долгое время пробовал несколько штук и просто ничего не получалось. Че пикаешь, не нахуй. И, в общем, вчера лазил, и все-таки я нашел как и что, и сейчас вам покажу, как работает, а потом объясню, как это вам все сделать. Ну что ж, нажимаем F1, и видите, вылазит меню у нас, его можно раздвигать, но так как мне надо, я его всего лишь делаю вот так. И вот так. В этом меню имеется год мод, то есть вам будет пофигу, вы не будете умирать. Видите, экран немножко посинел. И делаем оружие, допустим, все оружие. Опа, и у нас есть все оружие. Потом здесь есть машины разные. Машины, вот, допустим, это все машины. И вот это, не знаю, почему-то мне не работает. Вот эти БО, ГТ, все, что с ним не работает, или вот это тоже не работает, не знаю почему. Ну, в общем, здесь и мотоциклы, и лодки, и вертолеты. Вот здесь все вы найдете. Допустим, хотим мотоцикл, да. Оп, и мы на мотоцикле, видите. И еще, этот мотоцикл уже не взорвешь, только у него сломаются колеса. Не сломаются, а лопнут, если вагон или там прострелят вам. А сам мотоцикл вы можете долбить с РПГ, и ничего с ним не произойдет. Даже если ваш друг в интернете возьмет, вы его взяли, и он вы отдадите ему, он будет на нем ездить, и то же самое с ним ничего не произойдет, как кроме лопнут колеса. Ну что ж, мотоциклом мы не будем ездить, точнее на мотоцикле мы не будем ездить. А мы сядем на машину, вот меня прикалывает вот такая FBI, здесь есть, вот. Убираем чит также на F1, и вот мы уже в такой машинке. Вы все, наверное, уже видели, а кто не видел, пожалуйста, смотрите. А еще классно самому покататься на ней. Так, и что еще? Здесь также имеется неон, но неон ваш друг в интернете видеть не будет, будете видеть только вы его. Включать его вот здесь. Наверное, включу пожирнее, это все объекты, чтобы вы видели, как это здесь, что есть. Вот. Неон включается вот здесь. Как видите, уже синим загорелось, я вам сейчас покажу. Тут и в машине как бы он немного горит. На зеркалах тут под капотного. Но тут, видите, ничего нету нигде. Можно менять цвета, цвета менять, правда, немножко геморройно, но кто хочет, мне лично плевать, я могу кататься с таким цветом, так что мне посрать просто-напросто. Чтобы проверить наш год мод, просто выйдем с машины, РПГ у нас уже стоит, ну и заодно проверим машину. Берете вот так ее, опа, с РПГ, видите, появились менты. Но нам на них пофигу, что они по вам будут стрелять. Видите, машине вашей тоже пофигу. Точнее, она моя, не ваша. Ну что ж, поехали. И все, катаемся, наслаждаемся игрой. Также, если вы хотите зайти в интернет, то просто заходите в интернет, или как вы там играете. Допустим, я сейчас создаю свободный модус, и я там играю с другом, точнее, с многими друзьями, не только с одним. Можно все оставить, вот это обозначает огонь по своим друзьям, пожалуйста, почему бы и нет, нам пофигу, потому что у нас год мод, подсоединяйтесь и будете получать пиздюлей.
А если к вам подсоединяется какой-то чел, и у него тоже чит-код, ну или тренер стоит, и вы не хотите с таким играть, то просто включайте ваш телефон, идете в телефонную книгу, вот она там сразу сверху стоит, и тут будет лист игроков в игре с вами, и вы можете спокойно его просто-напросто исключить. Так что ничего страшного не будет. Так, оружие мы опять возьмем все. Возьмем, так, я, наверное, уменьшу немножко. Потому что мне это слишком... Слишком уже. Вот, так, вот здесь вот у вас есть объекты. Здесь все от асфальта, можно сказать, до всяких прыговых установок, до листочков. Здесь, в общем, все. Ну, я вам сейчас покажу парочку. Просто я вчера тоже тестил, но тут просто уйма. Мне кажется, тут просто со всей игры все. И очень много. Вот, допустим, видите, одежда появилась. Вот, одежда. Потом, я не знаю, что, давайте вот это, колеса, видите. Тут все, что... Если вам не лень, то тестите, пожалуйста. Вот здесь даже сейчас ниже будут свободные. Все, вон видите, 0-0-0 просто. Этим я не пользуюсь, так что я его никогда не разворачиваю. Вот, ну, если вы знаете английский, то, пожалуйста, пользуйтесь и все такое. Вот, здесь можно включать, еще отключать всякую парашу, и я сам еще много не тестил, так как не знаю английского, а переводить просто не хочется. Вот эта функция, ну, wanted можно также, если у вас, допустим, много ментов, включайте, бам, и у вас все менты уходят. У нас вчера был конфликт, мы зашли с другом вдвоем сюда, в GTA, и были оба с этим тренером. И у нас почему-то начинал он просто глючить. То ли не... То не шел, то вылетала просто игра. Так что если вы будете заходить с несколькими игроками, у которых стоят эти тренеры, то такой небольшой совет, который вчера мы попробовали. Перед тем, как зайти в онлайн игру, то сначала включите все. Просто зайдите в игру и включите все, что вам надо, допустим, год мод и все оружие вот здесь вот, как я уже и показал, вы включите его, и то есть вы потом зайдете с этим в интернет, и у вас, как видите, год мод у меня уже есть, видите, только что я дал себе оружие и всего лишь. Ну что ж, я желаю вам приятной дальнейшей игры, и если есть желание, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх на моих видосах, если нравится. И говорите, какие бы игры вы еще хотели увидеть, какие-нибудь прохождения или какие-нибудь моды или что-то. Я все вместе с вами попробую и постараюсь вам объяснить доступным для вас языком. И если что, пишите мне... Ваську 415-156-243. Или есть Skype, Ромка 57, пожалуйста, пишите, и с вами свяжемся и поговорим о всем, что вы хотите. Итак, здорово, я вам обещал в начале видео то, что я вам расскажу, как это все делается. Итак, вам нужно скачать первым делом патч для игры 1.0.7.0. Вы его скачаете, и потом вы его запишете. Записывать нужно всего лишь один файлик, вот этот, update title. Вы его запишете, он, в принципе, недолго там, я не считал сколько, в общем, это не важно. Итак, после этого вы качаете тренер, ссылочка будет снизу, качайте. И потом... Когда вы его скачаете, вот заходите в 8 файлов. Эти 8 файлов уже вот они, допустим. Вот, видите, я их выделил. Вот, и, как вы видите, 22 числа, это я вчера пробовал все. И что? Все, вы его закинете в игру. Ой, в игру. Закинете сюда в папку, где у вас записана игра. Потом закрываете все и
заходите в игру и, как я говорил, нажимаете F1, и у вас все должно работать. Ну что ж, я желаю вам приятной игры. Всем пока!